И мы продолжаем наш выпуск. Закон о защите прав потребителей будет пересмотрен. В областном департаменте по защите прав потребителей прошла встреча с участием представителей республиканского профильного ведомства. Репортаж Михаила Лапшина. Комплексный план по совершенствованию системы защиты прав потребителей участники встречи обсуждали детально. По словам специалистов, в первую очередь необходимо повысить правовую грамотность населения. Еще один важный момент, который нужно учитывать в работе – мониторинг жалоб на качество товаров и услуг. В планах создать специальную комиссию. Говорили участники совещания и о дифференцированном подходе при проведении плановых санитарно-эпидемиологических проверок. Действующая система санитарно-эпидемиологического надзора, основанная на плановых проверках, не позволяет оценить объективную ситуацию на объектах контроля и не в полной мере соответствует проводимой государством политике в части создания благоприятных условий для развития бизнеса. Данное предложение североказахстанцы поддержали единогласно. Обсудили здесь и другие направления комплексного плана. Рассчитан проект на 2014-2015 годы. Это направление по защите прав потребителей, второе направление по оценке угроз санитарно-эпидемиологического характера и оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации санэпидхарактера, по обеспечению безопасности продукции и последнее направление – направление, связанное с совершенствованием контрольно-надзорной деятельности территориальных органов агентства. В этот же день специалисты республиканского ведомства ознакомились с материально-технической базой Североказахстанского департамента по защите прав потребителей. Михаил Лапшин, Михаил Казначеев. Новости МТРК.